Привет всем! Спасибо, что вы с нами на нашем канале. Самая главная проблема комментаторов и ведущих спортивных программ в том, что без картинки трансляции они не нужны. Отлучи их от телевизора и нету. Моментально тухнут даже самые яркие звезды. Есть такое мнение у психологов, что чем больше человек ставит восклицательных знаков в своем тексте, тем он глупее. Но судите сами, умный человек ценит свои слова и понимает, что говорит. А у глупца слова сами вырываются, и каждое слово кажется ему верхом мудрости. Вот Губерниев. По какой-то причине каждое свое предложение решает выделять именно восклицательными знаками. Россию не пустили на Олимпиаду. После просмотра церемонии открытия можно сказать и слава богу. Но вот Губерниев так не считает. Едва не поперхнувшись, Дмитрий Викторович принялся оскорблять всех, кого возмутила эта самая церемония, и петь оды тому, что творилось в Париже. Друзья, обращаюсь к умным и добрым, а не ко всяким пропустим это слово. Я вот не выложил ни одного фрагмента открытия, но вот в комментариях их усиленно присылают. Оголтело квасные говноеды. Сами смотрят, кайфуют, пишут, огрызаются, проклинают. Говноеды, фас. Нормальным людям поклон. Уважение и моя большая симпатия. Правда, спустя время он по какой-то причине сдал назад и очень сильно отредактировал свои мудрые мысли про квасных говноедов, переключившись на восхваление спорта, дружбы и мира с розовыми единорогами. Отчего так, Дмитрий Викторович? Также Губерниев заявил, что россияне обсуждают одну фигню, а спортом совершенно не интересуются. После этого в комментариях один из пользователей призвал Губерниева больше не возвращаться в Россию, поскольку он там не нужен. В ответ ведущий назвал человека идиотом и отметил, что находится в данный момент в Вологде. «Ну, езжай в Париж!» Один из подписчиков продолжил дискуссию с журналистом. После этого Губерниев закрыл комментарии на своей странице и высказался на тему грязных российских рек после обнаружения в сене кишечной палочки. «Ребята, а вам не надоело обсуждать качество воды в сене? Может, мы начнем наши не совсем чистые, мягко говоря, реки обсуждать? Или российские водоемы? Все как Байкал прекрасны, и у нас все хорошо? Надо заниматься собственной страной, спорту помогать, экологию развивать, да экономику поднимать». В ответ большинство пользователей в качестве реакции поставили Губерниеву нецензурный смайлик. Губерниев, видимо, договорился, так как теперь требуют проверить его по полной. Пранкер, сорян, не сдержался. Я правильно понимаю, что Губерниев, человек, который существует за счет налогов россиян, называет наших людей, внимание, квасные боты-говноеды. Ах, это мы, граждане Российской Федерации, говноеды? Никаких берегов попутано не было при написании этих постов. Дмитрий Викторович, не говноеды ли те, кто вразрез русскому народу заставляет спортсменов лететь туда и позориться? За нас ли вы, Дмитрий? Чем же вы лучше той, что назвала наших людей рабами и холопами? Да вы такой же предатель, прячущийся через каждое слово за флаг России. Запомните, сейчас решает народ. Зря вы все это затеяли. Заявление с вашими скринами в ближайшее время направлю в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Высказался возмущенный сорян. Виталий Бородин не меньше возмущен оскорблениями Губерниева в адрес россиян. Губерниев назвал говноедами, квасными, ботами тех, кому не понравилось открытие французской олимпиады. Интересно, а Губерниев сам не говноед? От лица граждан нашей страны мы сейчас думаем, как тебя привлечь к ответственности. Юристы уже изучают твои высказывания в адрес тех, кто сейчас находится в зоне СВО. А это граждане России. Может, ты, конечно, себя русским не ощущаешь, но пока ты в России живешь, уважай нашу культуру. Высказался Бородин.